morning, good afternoon, everyone. It's my pleasure and honor to be speaking to you this afternoon. Всем доброе утро или добрый день. В Лондоне утро, у вас уже послеобеденное время. Очень рад вас поприветствовать сегодня. My name is Mamoun. I'm looking forward to describe to you the journey we went through and the lessons we learned during the response to the COVID pandemic. Often learned the hard way. Сегодня я очень рад поговорить с вами на тему того пути сложного и тернистого, который мы прошли за последние несколько месяцев в области критической помощи по борьбе с COVID. Конечно же, все мы знаем, что вот с первых моментов, с первых индикаторов появления, да, заболевания, очень многие европейские страны и за пределами Европы вели подготовку. Подготовительную работу, были готовы уже с февраля, но только с марта, с конца марта мы уже прибегли к более серьезным мерам, таким как карантин. Соответственно, так как велся очень плотный мониторинг статистики по Европе и за ее пределами, в Великобритании вот уже к началу марта была собрана информация о том, что вот в соотношении с Италией, да, где было критическое количество случаев, вот Великобритания по состоянию на середину марта отставала по прогрессии заболеваемости от Италии где-то на 2 недели, что, в принципе, послужило причиной для начала карантина самой ближайшей даты в конце марта. Мы очень быстро осознали, что необходимо четкое разделение между командой, которая отвечает за оперативную работу, да, то есть работу с ресурсами и всплесками, и та команда, которая отвечает за ежедневную отчетность. Также вот в рамках пандемии, да, мы столкнулись с огромным наплывом пациентов с острым респираторным дистресс-синдромом, да, это было большое, гораздо большее количество пациентов, да, тут мы говорим о том, что количество пациентов увеличилось 5-10 раз с проявлениями острого респираторного дистресс-синдрома, поэтому это повлекло за собой некоторые изменения в том, как в тактике нашей работы. Пересмотр системы, да, и подхода, в принципе, он позволил нам выявить, что CPAP является также эффективным в данной ситуации. То есть, если у вас, это совет от нашего спикера, если у вас совершенно четко прослеживается дефицит кислорода, да, из-за переизбытка необходимости в нем, да, из-за повышенной потребности, то совершенно точно, уверенно можно использовать CPAP для данных пациентов. Ну и, соответственно, принцип работы, да, заключается в том, что если мы помещаем пациента на аппарат искусственной вентиляции, естественно, таким образом мы создаем лучшее расширение в верхних отделах легких, таким образом есть вероятность. Таким образом, создаем еще более лучшую вентиляцию в верхних отделах и даем возможность нижним вот, коллапсирующим альвеолам из нижних отделов легких также подключиться, то есть при лучшей перфузии там также улучшается и вентиляция в нижних отделах легких. Богдан Базулович, вот относительно ваших вопросов, да, я перечислила их все 4, и спикер предпочел начать с последнего, о дексаметазоне. Сказал, что это да, наиболее, так скажем, важный вопрос данной ситуации. У нас есть определенный слайд по рандомизированному исследованию, которое было проведено в этой области.
Что касается дексаметазона, да, очень здесь четкие показания, да, и определенные хорошие результаты от его использования. То есть, что касается дозировки, все очень просто. 6 миллиграмм один раз в день пациенту, особенно тем пациентам, которые находятся уже на искусственной вентиляции, у которых повышенная потребность в кислороде. And 6 миллиграмм per day, and for how long are you giving it? I believe it was for duration of stay. God, you caught me out there. I think it was for 10 days. I think it's 10 days. 6 миллиграмм ежедневно на протяжении 10 дней. То есть по результатам данного рандомизированного исследования, да, которое мы видим сейчас на экране, это CrossMark, результаты были достаточно хорошими по снижению смертности пациентов, которым был предписан дексаметазон. Если у вас нет 10 дней, у нас позднее обращение. Но как они ориентируются вот, в своей работе применение дексаметазона? Учитывают ли показатели лимфоцитов на момент поступления пациентов? То есть очень низкие показатели лимфоцитов. Или нижняя шкала лимфоцитов от нормы. Или в норме лимфоциты. От него они исходят, показания дексаметазона и дозы. Богдан, вот, кстати, Богдан Базилович, относительно уровня лимфоцитов, да, вы сказали, к использованию дексаметазона уровень лимфоцитов не имеет никакого отношения в данном случае. То есть они ориентиром какие-то определенные анализы не берут, шаблоном, то есть алгоритмом строго применяют 6 миллиграмм дексаметазона и все, да? Да, это совершенно четкое руководство, 6 миллиграмм ежедневно, вне зависимости от того, есть у вас 10 дней или нет. Thank you very much. Thank you so much. Спасибо большое. Everyone saying thank you so much for your attention. Real pleasure. Thank you very much. Спасибо всем огромное, да, большое спасибо, что были сегодня с нами и за ваши вопросы. И надеемся на встречу, личную встречу в будущем.